В эти дни в Чувашии проводится межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2018». Выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Картофельного союза России. Ее организатор Минсельхоз Чувашии и Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени Лорха. И сегодня у нас в гостях директор института Сергей Валентинович Живора. Здравствуйте. Добрый день. Ваш институт является крупнейшим в России научно-методическим центром по проблемам картофелеводства. Вот какие основные задачи стоят перед институтом? Перед институтом стоит следующая задача. Это первое – создание новых высокопродуктивных сортов. Второе – это решение проблем, связанных с получением качественного семенного материала категории оригинального и элитного семеноводства. И, конечно же, это борьба с болезнями и вредителями. Ну и создание новых технологий для производства продовольственного картофеля. О новых технологиях вот на подобных выставках как раз очень много внимания уделяется и проблемам, которые стоят перед этой отраслью. Вот какие проблемы в этом году озвучены будут в 2012 году? Ну, проблема это, конечно же, связанная с производством высококачественного семенного материала, потому что происходит глобальное изменение климата, соответственно, появляются новые штаммы микроорганизмов, новые вредители. Поэтому здесь стоит задача разработать новые препараты, основанные на природоподобных технологиях. И, конечно же, внедрять системы цифровизации в сельское хозяйство. Как эта система внедряется? Ну, активно ли именно в нашем регионе, как хозяйство республики? Сейчас идет активное внедрение всех этих технологий. Хозяйства, которые заинтересованы в получении высоких урожаев, они эти технологии внедряют. И задача этой выставки была как раз рассказать о новых технологиях, подсказать тем фермерам, которые занимаются выращиванием продовольственного картофеля, которые занимаются выращиванием семенного картофеля, о том, что необходимо внедрять эти технологии, какую они принесут им выгоду, ну и, соответственно, экономическую прибыль. Вы одни из организаторов. Вот как вы чувствуете, интерес к выставке повышается год от года? И какие предприятия принимают участие? Кто больше всего? Ну, может быть, мелкие какие-то фермеры выходят или предприятия покрупнее? С каждым годом круг участников выставки расширяется. В этом году очень много приехало людей из различных регионов, в том числе и из Белоруссии, представить свои наработки. И мне кажется, что выставка с каждым годом начинает больше пользоваться уважением и популярностью среди картофелеводов. Именно Россия или все-таки из-за рубежа к нам тоже стремятся попасть? Или это все-таки еще не тот уровень? Присутствуют на выставке и зарубежные компании, которые представляют свои технологии. Поэтому, я думаю, уже о этой выставке знают и за рубежом. А какой эффект вы ожидаете? Может быть, на что нацелен? Результат, к какому должно привести проведение подобных выставок? Основной результат – это чтобы фермеры получили новые знания по производству семенного материала и, конечно же, глубоко осмыслили о том, что необходимо внедрять новые технологии, а это сюда относятся и новые сорта, и новые препараты, все то, что для них создает наука. С каждым годом создаются все новые сорта картофеля, да, выращивают в одном регионе одно, в другом регионе приветствуется другое. Вот для Поволжья характерны какие сорта и что у нас больше, может быть, пойдет, на чем мы можем получить больше урожая? Есть такие какие-то статистические данные? Может? Вот в республике Чувашия проводятся испытания сортов. Я знаю, что очень много сортов дают очень хороший урожай, особенно отечественной селекции. Есть предприятие, которое занимается именно созданием сортов, размножением сортов. У них очень хорошо пошел сорт «Грант» и «Гулливер». А чем отличаются? Это
именно нашему климату соответствует? Да, да. Ну, они дали очень хороший результат, показали хороший результат по урожайности, по вкусовым качествам. И некоторые руководители предприятий заинтересовались в приобретении этих сортов. А есть вот то, что, допустим, мы можем взять у Беларуси какой-то пример и опыт, чтобы, ну, считается, что Беларусь – это такой регион, в котором картофель – это буквально чуть ли не первый хлеб, да? Мы можем опираться на их опыт или у нас все-таки свои какие-то традиции? Нет, ну, мы с ними непосредственно работаем. У нас идет обмен информационным материалом, генетическим материалом, поэтому… Здесь я не думаю, что возникнет каких-то сложностей с нашими белорусскими коллегами. Вот, поэтому мы работаем в едином направлении, и наши сорта также можно использовать, как и белорусские. Но все-таки какие перспективы развития ваш институт наверняка ставит перед собой задачу, чтобы вывести отрасль, лидирующую позицию занять в мире? Мы, я так понимаю, сейчас немножко уступаем все-таки Китаю и Индии, по данным. И вот как вывести Россию на первое место? Это первое, конечно, то, что в Индии существует система сертификации, в Китае нет, и там производят тот материал, который, ну, как сказать, не контролируется соответствующими органами. У нас внедряется система, которая позволяет контролировать качество семенного материала, а это будет способствовать только к увеличению урожайности и распространению качественного семенного материала. А на какой регион тогда вы делаете ставку? Вот благодаря чему мы все-таки сможем занять первые места? Регионы, конечно, это и южные регионы, которые производят раннюю продукцию. И, конечно же, регионы, которые производят основной объем продовольственного картофеля. Это Чувашия, Брянская область и другие области, которые позволяют нам достичь того уровня продовольственной безопасности, которая составляет около 90% от потребности. Вот ряд круглых столов еще было проведено сегодня, и вот в течение завтрашнего дня будет проведено. Конкурентоспособность отечественного картофеля все-таки. Мы чем отличаемся, чем можем покупателя, можно сказать, завлечь, покорить? Ну, у нас сорта, которые мы даже здесь представили на выставке, отличаются, первой, урожайностью, вкусовыми качествами. Это особенно важно. Вот недавно приняли в реестр сорт «Синеглазка». Сорт является эталоном вкуса. Это для садово-огороднических товариществ. Вот. А что касается крупных предприятий, то для них, конечно, создан сорт «Грант», «Гулливер». И имеют они хорошие показатели. Плюс они являются по вкусовым качествам тоже ближе к эталону. Поэтому и, насколько я вот знаю, подходили уже фермеры, также и другие люди, которые занимаются выращиванием картофеля, вот, и интересуются новинками, и их особенно интересует картофель с розовой и фиолетовой мякотью. И очень просят выслать им эти сорта, потому что даже те, кто не занимался, когда видят эти сорта, у них уже желание посадить определенный объем и получить эти продовольственные картофели, попробовать его. Потому что он обладает высокой антиоксидантной активностью. Можно назвать его диетическим питанием, потому что тот белок, который содержится в картофеле, он сопоставим с белком куриного яйца. Это именно вот фиолетовый сорт? Ну, и фиолетовый есть, и розовый сорт, фиолетовый. Там высокое содержание антиоксидантов, даже больше, чем в столовой свекле. Mm-hmm. Вот. Что касается розового, то там содержатся также активные вещества, которые позволяют нашему организму, можно сказать, повысить иммунитет.
Так что и в этом направлении ведется большая селекционная работа. Хорошо. То есть можно сделать такой вывод, что после таких вот выставок даже в хозяйствах, малых хозяйствах участников появляются какие-то особенные сорта картофеля, и у нас в республике появится... Конечно, конечно, да, да. А выставка «Картофель 2019» чем запомнится? Каждая выставка всегда особенная, и для каждого она, соответственно, остается в памяти. Кто-то нашел для себя, открыл сорт, кто-то открыл технологию. Поэтому здесь сложно сказать, но всегда все участники выставки уезжают с определенным объемом знаний, и все уезжают с хорошим настроением для того, чтобы начать новый сельскохозяйственный год. Спасибо большое, Сергей Валентинович. Приезжайте к нам еще. Я надеюсь, что в следующем году выставка будет еще интереснее. Больше производителей приедут к нам в гости. Спасибо. А я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.